Всем привет! То самое чувство, когда не удержался и уже все сделал. Но сейчас расскажу поподробнее. В общем, купил кучу радиаторов. Вот такие. Таких куча. Уже с термоскотчем наклеенным. Но все-таки решил поставить вот такой. Сейчас объясню почему. Потому что он тоньше. Эти на 5 миллиметров, на этот якобы на 3 миллиметра. В общем, чтобы вы понимали. Кстати, он очень хорошо клеит скотч. Ссылка на него будет в описании. Скотч прям такой достойный. Так. Надо чем-то поддеть. О, есть. Немножко доработать. Гарантии уже все равно не будет, потому что я его вскрывал и не раз. Так, проходимся по кругу. Защелки откидываем. Вчера прям получил и сразу поставил. Не до конца. Все. В общем, как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Вот так вот он приклеен. Что и планирую сделать. Использовать эту поверхность тоже. Для этого нам надо будет немного термопасты туда заделать. Сейчас откручу. Лазить я туда не собираюсь. Поэтому фуганем здесь приличненько так. Термопаста. Так, подсохло немного. Ну хоть что-то из этого можно будет использовать. Так, ну и, в общем-то, не получился мой фокус с термопастой. Ну и так прилегает, в принципе, довольно-таки сильно. Поэтому не будем мучить. Закрываем. Так, по большому краю. Здесь тоже плотно закрывается так. Так, так. Ну и все, будем ставить. Надеюсь, что это поможет. Не поможет. Это, конечно, будет печально. Ну и проверяем. Что у нас тут выходит вместе с термоскотчем, это 3,4. 3,4 миллиметра. Здесь у нас, значит, 70 миллиметров. Здесь у нас 22 миллиметра. Даже... Да нет, 22 ровно. В общем, как-то так. Ссылка на этот радиатор будет в описании.